обязательно нам надо использовать. Галина Швец – фермер с 15-летним стажем. Вместе с мужем они держат свое молочное хозяйство. Бизнес, говорят, идет хорошо, вот только чтобы покупателей стало больше, а производство технологичнее, приходится постоянно учиться. Вот и сейчас, рассказывает фермер, приехала набираться опыта на семинар по молочной обработке. Мы пришли на мастер-класс, чтобы нам лучше использовать молоко, чтобы мы могли предложить и кефир, и кисломолочную продукцию. Хотелось бы делать плавленые сыры. Мне запомнилось то, как очень просто делаются йогурты, которые полезны для детей и совершенно, они, оказывается, не содержат никаких ненужных веществ. Кроме йогуртов, фермеров учат делать масло, правильно изготавливать творог и кисломолочные продукты. А еще эксперты из разных стран учат предпринимателей сыроварению, показывают разные технологии выпечки хлебобулочных изделий, дают советы по правильной обработке мясных продуктов.